Это мой парень, Мартин. Приятно познакомиться, мистер Галл. Надеюсь, взаимно, Мартин. Мартин у нас музыкант. Поигрываю на банджо. В метро играешь. 6 месяцев спустя. Мистер Галл? Джинни тут. Мы разбежались. И куда она побежала? Адрес она не оставила, но есть пара мест. Прыгай в штаны, покажешь, где тут что. Ты знаешь дорогу, тебе и за руль. О, да я как-то на метро катаюсь. Любим Джинни, но некоторые здесь слегка перестарались. Не понял. Есть тут один рыцарь с хреном наперевес. Похоже, мы задержались. Эй, третьим буду. Мужики, а что если ее продали в секс-рабство? Скажите, чем вы, собственно, занимаетесь? Мы с Джинни прикалывались, что вы крупный торговец оружием. Меньше знаешь, лучше спишь. Осторожно! Вот так ништяк. А я такой, осторожно! Ты красавчик. Хочешь разлюбить бывшую? Она найдется, мистер Галл. Зови меня Фрэнк. Чё-то я очкую. Продержись всю ночь с ее папашей. Это ни разу не хорошая идея. Я хочу знать, что с моей дочерью все в порядке. Валим! Вы таскали меня по городу всю ночь, а теперь мы в ментовке! Спасибо, напомнил, а то я стал забывать. Джей Кей Симмонс, Эмиль Хирш. Со мной такое постоянно. Как мальчишник в Вегасе, но не в Вегасе. Это не кино, это жизнь. Пусть проспится слегка. Видели ночь. Вы не могли бы? Уже смогла. Смогла что? Твитнула. Клёвый лысый чувак и бородатый задрот. Хэштег секс втроём, хэштег я б дала. В кино с 27 апреля.